Вот будешь еще ковырять? Я с той стороны дырку постучал, она перепугалась. Вот будешь еще ковырять? Страшно, да. Вот, смотрит, выглядывает из-за угла. Что там было? Что там было? Вот. Страшно? А ковырять не страшно? А? Боится. Ну, а интересно, да? Сходить туда, посмотреть, что там стучало. Мишки, они вообще пугливые. Да, мой сладкий, да, мой хороший. Да. Да. Не бойся, не бойся. Давай лапку. Да все, забудь. Это я стучал. Я же тебе говорил, что это я. Ну скажи, тебя же не видно, да? О, говорит, как страшно. Ну все, все, все. Успокаивайся. Ну, все. Успокоилась. Нос кашу. Даже лошадь кашу. Да, это. Это дяди. Да, варят. Льву. Вторые двери варят. Да. Суп. Можно было заходить, выходить. Вон там лисы общаются, когда? Ну все, все, все. Давай лапку. Лапку давай. Ну иди смелее, иди, не бойся. Все, говорит. У ребенка стресс. Ну, я сейчас пойду еще раз постучу. Все равно любопытство сильнее. Все равно, да? Все равно любопытство сильнее, да? Нет, все-таки пришла. Вот это нельзя делать, лапушка. Встал, встал на заднюю лапу. На заднюю лапу встал. Котя огромная. Убежал. Да. Давай, ладно. Все, забывай. Забывай, давай. Не, я не забуду пока. Ребенка испугали. Испугали ребенка, да? Ребенка испугали. Ну, все, 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 успокаивайся. Все, я вот, я здесь. Все, да. Все. А будешь там еще ковырять, еще там застучат. Ну давай, ну. Вот, видишь, на вкус нормальный, да? Все хорошо. На вкус, блин. Давай. Вот. Все. Какие у меня руки грязные. Правильно, вот лучше поесть. Нервы успокаивает. О, лапы помыла. Ну ты так, кстати, кушаешь-то не очень аккуратно, да, солнышко мое? Нет, туда никак. Я тебе могу переставить, если хочешь. Но ты и там также все испачкаешь.